Акция «Корзинка доброты» стартовала в начале мая по всей республике. Суть проекта в том, что в магазины каждого города устанавливаются прозрачные стеклянные контейнеры. В них любой желающий может положить продукты долговременного хранения. Обычно контейнеры располагаются на видном месте при выходе из магазина. На них размещена информация об акции и список продуктов, которые в них можно положить. Напомним, что в нашем городе акция стартовала 15 мая в магазине «Ветеран». Результат, конечно, не тот, который мы с вами ожидали. Да, совсем не тот. Люди, мне кажется, не совсем верят в то, что мы действительно эти продуктовые наборы доставляем до тех, кто нуждается. Вот как вы считаете, почему так происходит? Ну, именно ведь инвалиды, которые малоимущие у нас, таких очень много. Не то, что малоимущие, много уходят на лекарства, нет. На продукты они уже питаются совсем. Ну а вот по пяти семьям, которые вывозили, какие у них? Вот ну ведь они все сказали спасибо, огромное спасибо, и бабушки-то в основном со слезами на глазах. Оказывается, всего лишь маленькая такая помощь, пускай небольшой продуктовый набор, а оказалось, что такая помощь действительно ну, серьезная. Поэтому я думаю, акцию продолжать нужно и откликаться нужно обязательно всем. Ну. А действительно, с подарками еще, это же гости, это общение. Да. Потому что мы их заранее да, не никого предупреждали. Не предупреждали. Был буквально звонок за какие-то полчаса. До этого дома вы или нет, и когда пришли с подарком, ну это вообще многого стоит, наверное. По прошествии 2 недель контейнер открыли. Волонтеры молодой гвардии помогли разделить и упаковать продукты в специальные подарочные пакеты. Также в рамках следующей акции от «Единой России» «Урожайная грядка» отдельным подарком в этот раз были добавлены лунный календарь и различные семена. Пакеты семян. И вот, посмотрите, календарь наш. Лунный. После этого руководством акции были определены семьи, нуждающиеся в помощи, и корзинки доброты отправились по местам своего назначения. Здравствуйте, Надежда Петровна. Здравствуйте, здравствуйте. А можно? Можно к нам, можно. Сегодня мы акцию продолжаем. У нас уже было начало акции, мы открывали, мы подарили продукты 5 семьям. Сегодня выбрали еще 7. Вам в том числе, вы являетесь опекуном маленьких деток. Детки у вас очень хорошие, умнички. Вы очень хорошо справляетесь с обязанностями, но мы понимаем, что иногда сложно. Поэтому ну хотя бы пускай маленькая вот такая вот частичка доброты наших граждан и в вашу семью сегодня тоже вот так вот придет.